Дорогие друзья, сегодня мы с вами готовим самое дорогое азербайджанское блюдо — яичница с помидорами. И вы на передаче «Готовим красиво». Для яичницы с помидорами нам нужны яйца, сковородка, угли, сливочное масло, помидоры и, конечно же, помидоры с вами соку. Мы поставили на угли сковородку, она согрелась. Наше главное правило, помните, да? Быстро, вкусно. После этого мы берем и кладем кусочек сливочного масла на сковородку. Не жалейте ни сливочного масла, ни помидоры, ни яйца. Пол банки помидоров в своем соку мы размешали с тремя натертыми помидорами. Куча сливочного масла, это очень калорийно, очень вкусно. Я, конечно же, это есть не буду, потому что я слежу за фигурой. Но все мои родственники и друзья съедят этот за 46 секунд. Сливочное масло, видите, как плавает. Вообще, все в нашей жизни должно плавать, как масло в сковородке. Вся жизнь наша должна быть нежной, доброй, счастливой. Избавляйтесь от тех людей, которые не создают вам условия, чтобы вы катались, как масло в сыре. Реально, цените все хорошее в своей жизни. Такое количество смеси мы помешали, взбили 10 деревенских яиц, куриных, кстати. Мы наливаем эту красоту. Кстати, никогда не советую готовить яичницу с помидорами накрывать сковородку чугунной крышкой. Не нужно этого делать. Она будет как бы парной тогда сверху. Я всегда за то, чтобы было все вот настолько жирным, вкусным и прекрасным. И как солнце ясным. Да? Кстати, потом остаток углей обязательно забросьте в самовар, и у вас будет отвратительный самовар. Чай — это идеальное блюдо на завтрак. На ужин. У нас в Азербайджане после всего еще это едят. Съедят люди кебаб, мясо, выпьют водки. И потом начинают есть яичницу с помидорами. Это такая традиция. Это яйца у нас все-таки деревенские, не фабричные. Поэтому такой желток обалденный. Смотрите, какая красота. 10 яиц и литровая банка такого смешанного раствора. Так как мы забыли взять с собой ложку, мы берем шампур и рукоятью, предварительно помытой, естественно, мешаем эту нашу красотищу, друзья. Офигеть. Друзья, как кипит наша красота. Через 5 минут этот шедевр можно будет спокойно есть. Приятного вам аппетита, счастливой жизни. Не забывайте, это яичница с помидорами. Самое дорогое блюдо в Азербайджане. Помидоры, куриные яйца, сливочное масло, помидоры в своем соку. Все это готовится и приносит нам истинное наслаждение. Это была передача «Готовим красиво». Целую вас. Пока.